Всем привет! Хочу рассказать, как я обрезаю черную смородину и красную поречку. Значит, ранней весной я это делаю, и в середине лета, после того, как собирается урожай, тоже можно сделать вторую обрезку. Ну, где-то середина июля, вторая половина июля. Вот есть два варианта, можно делать. Вот в прошлом году вот этот куст смородины я обрезал, но так как была загущенность большая, она пошла криво расти, вот эта ветка. Поэтому мы ее вот здесь вот обрезаем. Ну, значит, один вариант такой. Во второй половине лета вырезаем старые побеги. Вот такие вот одервеневшие. Но вот эта часть более молодая, здесь ягода крупная. А когда куст старый, ягода мельчает, ее меньше становится. Поэтому вот эту многолетнюю древесину нужно вырезать, а оставлять вот такие вот молодые побеги, которые выросли в этом году. Вот они в этом году выросли, а в следующем году на них будет уже урожай смородины. Вот, то есть можно оставлять, можно постепенно за год-два поменять весь куст, чтобы без урожая не оставаться. Ну, вот они из земли идут, вот такие по метру, где-то по полтора повытягивались. И не надо допускать загущенности, потому что будут искривляться побеги, и ну, куст будет неровный, его надо будет все время подвязывать. Это смородина. А на поречке я попробовал сделать на высоком штамбе, потому что есть кусты, где вот так вот снизу оставлялись побеги. Они кустятся, и потом большого количества урожая начинают сгибаться, и на земле лежит урожай. То есть вот что я сделал. Я взял весной вот старую древесину, я ее где-то на полметра от земли обрезал. И вот смотрите, из нее пошло раз, два, три, четыре, пять побегов. Вот на одной ветке, как-то показать, не знаю, вот на одной ветке куст. Все, и он уже будет куститься. А вот такую вот старую древесину я поубираю, сниму урожай и беру. Вот она была обрезана там, и в прошлом году выпустила вот такие веточки небольшие, на них урожай. И урожай достаточно крупный и много. Вот поэтому советую старую древесину вырезать и омолаживать куст новыми побегами. Вот он в этом году вырос побег, а в следующем году на нем уже будут ягоды. А вот этот куст я попробую, вот эта ветка, она тоже молодая, но она росла, да, она с земли пошла, вот она где-то достигла метра полтора, и я ее обрезал где-то в начале июня. И она тоже еще пустила три побега. Вот основной центральный проводник пошел, и еще два боковых побега. Поэтому тоже будет такой куст на высоком штамбе. И я этот куст, он весь у меня такой, я его попробовал сделать, чтобы он был, скажем, высокий. Вот основной побег.
более старый, ну тут буквально двухлетняя. Я его вот так вот также на 2 метрах обрезал, и он у меня пустил 5 побегов. Ну, что интересно, даже вот с этого вот головы, где была обрезана, даже пустил гроздь. Вот. Даже и так. И вот так вот куст, я его весь так обновил. И он у меня на высоком штамбе будет давать урожай. Ну, поэтому даже можно какие-то растяжки делать, чтобы не было загущенности, растягивать его. И вот также еще рядом один куст смородины. Вот есть новый молодой побег этого года. И есть старые. Вот я его также вырежу. Вот, чтобы показать. Вот она, старая ветка. А это вот молодая растет. Из нее. Поэтому я беру частями. Здесь вот есть побеги. Вот видите, многолетняя древесина. Я ее убрал. Здесь вот новый побег растет. В следующем году в нем будут ягоды. Вот этот вот прошлогодний кривой вес. Вот, вырезаем. Все. Вырезаем и выбрасываем. И вот так вот постепенно за пару лет можно обновить куст и увеличить в размере и в количестве урожай. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ну, вот такая вот ягода. Достаточно крупная. Всем пока.